Жителям советского района расскажут о подвигах русского воинства. Центральная районная библиотека организовала интерактивную выставку. В центре внимания история Первой мировой войны, Великой Отечественной, а также локальных конфликтов и специальной военной операции. Исторические кадры оснащены QR-кодами. По ним можно перейти в архив президентской библиотеки и подробнее узнать обо всех событиях. Кроме того, на выставке представлены личные вещи воинов и предметы, которые югорчане отправляют в помощь своим землякам. Добавлю, что подобные экспозиции открыты в каждом филиале библиотеки по советскому району. Наполнение везде разное, в зависимости от возможностей и возраста посетителей. Интерактивные выставки будут работать до середины июня. Какие выставки нужны? Узнаешь много нового. Особенно в Великой Отечественной войне. Каждый год что-то новое о ней узнаешь. О подвигах, которые мы никогда не забудем. Это важно для всех нас. Выставка понравилась.